В Славянском районе живет немало замечательных людей, которые многое сделали для развития и процветания нашего муниципалитета. Сегодня мы хотим рассказать об одном из таких жителей, почетном гражданине Славянского района Анатолии Ивановиче Смоле, который на днях отметил свой 85-летний юбилей. Об Анатолии Ивановиче Смоле можно говорить очень много. У него за плечами огромная жизнь, в которой было немало ярких событий. Он был прекрасным педагогом, стоял в самом начале развития детского технического творчества в Славянском районе. Более 35 лет посвятил этому труду. Также он был у истоков возрождения кубанского казачества, внес неоценимый вклад в это важнейшее для всего края дело. И в настоящее время Анатолий Иванович активно участвует в работе Славянского районного казачьего общества. Поэтому далеко не случайно атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, герой труда Кубани Иван Васильевич Безуглый, приехал поздравить юбиляра и пожелать ему всего наилучшего. Самые добрые слова прозвучали в адрес этого заслуженного человека. Ваша многолетняя, славная и благородная деятельность на благо народа Кубани заслуживает самой высокой оценки, добрых слов и является ярким примером для подражания. Ваши деловые личные качества, твердость характера, талант организатора, доброжелательность и скромность снискали уважение и авторитет у всех казаков и жителей Славянского района. Иван Безуглый вручил юбиляру медаль за возрождение казачества. За многолетний труд мы с вами стояли, не только мы с вами, и другие казаки, в истоках возвращения. Дай Бог, дожили вы до этого времени, я рад вручить вам награду. Также Анатолию Ивановичу вручили икону атаманского отдела. Славянские казаки подарили ему отличный памятный подарок, который также очень порадовал ветерана. Мы присоединяемся к поздравлениям в его адрес. Желаем ему здоровья и всего доброго. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».